готовят пляж. После сильного ливня, который снес песок, опять навезли песка, опять тут все разравнено. Цветет тамариск. Хорошо тебе тут летом, да?
Сегодня радостный день. Мы впервые сходили в кафе после 2 месяцев перерыва. Впервые увидели, что кафе работает, обрадовались, со всех ног побежали. Первый раз сегодня включили фонтан. Сразу такое настроение праздничное.